инсайдерская информация говорит о том, что эти руки ничего не крали. И собеседника не было, если там есть деньги, то другой собеседник не гораздо более симпатичный. Вітаю на 9-му каналі програма «Доживем до понедельника». І сьогодні в цій студії я, мене звати Ольга Владимирова, Олена Кальянова у маленькій відпустці, хай відпочине. І праворуч, і ліворуч, або навпаки від мене, Євгеній Гендін і Григорій Гільфер. Вас, моя українська, не порушує ваші права російськомовних українців. Доброго вечора. Я, к сожалению, івритом не можу тебе відповісти. Ні, дуже комфортно, нормально, Оленька. Не вопрос. Да. Нет, начинаем. У нас, на этом какой месте было написано, начинает... А, да, у нас да. Лена начинает, а потом ей не говорит про Фейсбук. Взагалі таке питання, як порушення прав російськомовного українця. Ничего, нормально? Не, нормально. Я никогда не порушил права российскомовных украинцев. Мои права практически тоже никто не порушил. Ну, таких вот камикадзе нету. У нас же телефон сегодня есть. У нас телефон сьогодні є, а але я пропоную... Кальянова завжди говорила, що номер телефону вначале. Номер телефону 370-3101, але зазвичай на телефоні сиджу я. А, то есть... Тому... А, то есть ми попали, так? Можна не дзвонити. Тобто краще не дзвонити. Но на Фейсбуці сижу я, вот контролирую, контрольний пакет Фейсбука в моїх руках, поэтому пишите, комментируйте, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим. Ну, наверное, надо приступить уже непосредственно к удовольствию. Ну, были разные события, неделя была очень насыщенная, но, наверное, событие, которое взбудоражило весь наш город и, в общем-то, наверное, всю страну, это вот ситуация, которая произошла 9 мая возле памятника Славы. То есть накануне в передаче еще нам звонил один телезритель, говорил, я хочу пойти, значит, отдать дань, возложить цветы, и чтобы никакой правый сектор... Это был провокатор? Не думаю, это был нормальный, ну, как бы, ну, в своем понимании, нормальный человек. И многие, я ходил, но я попал немножко позже, там, часов 12, и тоже возлагал цветы, было очень много нормально, позитивно настроенных людей. Но перед этим... Ну, вот то есть было... ты как раз не попал? Я не попал. Под эту раздачу. Но многие попали, потому что была ситуация, когда социалисты с разрешенными красными или розовыми, там, по-разному же, как бы, кто как называет. По-моему, с розовыми девочками. Да, флагами и, значит, группа ОПА-блока, значит, с шариками. Вот они шли, и, естественно, это возмутило ветеранов АТО. Они попытались им... как бы сказать... Зробити зауваження? Да, зауваження, а там была такая силовая группа, ну, так называемых тетушек, ну, так все их называют, и я назову. То есть возник конфликт, но самое, как бы, наверное, горькое и обидное в этой ситуации, что, ну, полиция, она, в общем-то, по сути дела, приняла сторону не атошников. Давайте подивимось, тому що, ну, да, давайте, знаете, як то кажуть, розмовляти про... Краще один раз побачити. Да, як там краще казали. Один раз получити. Танцювати про архітектуру, да, це все одно, що розмовляти про, розповідати про музику. Давайте одну хвилиночку відео, короткий такий витяг 9 травня у Дніпрі. Я не провокатор. Я герой. Украина. На скорую машину. Так а где медики? Это здесь поле досягаемости. Ну, така нарізочка, кадром, скажімо да. Так, коротко, може комусь там і буде незрозуміло, але зрозуміло одне. Це свято, яке досі залишається державним вихідним днем, і вийшло в кровопролиття. Тобто прийшли люди покласти квіти,
наміри їхні були, як ми бачимо, різними. Тому що люди, які приходять просто покласти квіти і віддати данину, вони не йдуть, ну, як на мене, я не знаю, може ви скажете там по-іншому, не йдуть під стягами своєї політичної сили. Я йду, як я. Якої б там я не була віросповідання. Ну, якщо партія прикаже, а що й заплатить партія, ну, так чого б не пойти? Там лежав хлопець, до речі, там ми бачили, да, це Денис Буштрук, це демобілізований воїн АТО, він був контужений на війні українській. І він добряче отримав кийками по голові, він досі перебуває у лікарні. Тобто він і так втратив здоров'я під час бойових дій і втрапив ось у таку халепу. Ну, колеги, що скажете? Бо ну, мені важко це. Ну, ведеться слідство, дуже багато конспірології, звісно. Причому я звернув увагу, що конспірологи, да, хто це все устроїв, типу, там, кому вигідно і так далі. Конспірологи, причому я для себе зробив конспірологи за безплатно. Они гораздо изобретательнее, интереснее и живее, чем те конспирологи за деньги. Я уже большой мальчик, я уже могу отличать этого. Единственное, я хочу сказать, пока ведется... Кстати, могу сказать, что еще, например, вот, да, вот арестованным в курсе, там кто-то под залог отчасти, сам 128 тысяч сегодня одного отпустили, кто-то без права залога, как, якобы, пока говорим, суда нету, якобы организатор Мустафаев, по-моему, фамилия, именно Титушек. Я это дежавю, конечно, то, что мы пережили своими глазами, бок о бок, милиция и, значит, вот эти, как говорят, спортивные журналисты. Люди, стоп, да, спортивные... Вот у нас есть как раз с этого привода запитання глядача. Все-таки, мене там нема, а дзвінки йдуть, уявляешь себе? Чудо! Давайте дзвінок, давайте, кажіть. Алло. Алло. Добрий вечір. Алло. Да-да, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий. Ну от ви показували зараз сюжет 9 мая, да? Да. І от стояв мужчина і кричав, я герой. Який герой, якщо він возле півбара постійно стоїть? Так хто спровоцировав цю драку? Вы у нас спрашиваете, кто спровоцировал? Ну, во-первых, героям же не запрещается стоять возле пивбаров. Во-вторых, нужны доказательства. Герой. Ну, я герой. Да. Он сказал, я не провокатор, я герой. Вот так он сказал. Да, я не провокатор, я герой, он сказал. Вы не верите ему? Нет, конечно, не верю. А как вы думаете, кто спровоцировал конфликт? Спровоцировал атошники. Атошники. Почему они... Участникам войны, действительным героям, не дали пройти, начали кричать «Ганьба, ганьба, ганьба!» Разве это уважение к ветеранам войны? Можно вопрос вам? Можно вопрос? Дед воевал. А ваш они дед... опозорили, опозорили. Все, поняли, ветеранов спасибо. Ветеранов опозорили, которые действительно проливали кровь. Я так понимаю, что деда вот этого человека не было, равно как и дедов очень много. То есть там... Ну, да. Ми знаємо тих фейкових ветеранів, їх часто показують. Насправді, оце говорить про те, як люди сприймають. Да? Спровокували атовці, не пускали ветеранів. В цьому відео не видно, не показано, що не пускали ветеранів. Тому що, наскільки мені відомо, в Дніпропетровську ну, близько 800 ветеранів. Там був натовп, я не знаю, тисячний. І навряд чи ветерани йшли з рожевими прапорами. Так які ви, о чому ви говорите? Що дід от цього чоловіка там йшов? Шел ветеран войны, кого хотя бы они пускали. Спровоцировали прежде, спровоцировали всех, абсолютно пускали, спровоцировали тех, кто пиарился на этом, кто достал флаги, хотя просили, там, да, формально, по закону, да, они могли под этими красными флагами, под своими розовыми мальчиками, эти шарики, это все, то есть спровоцировали те, кто превратил, кто нагнетал и кто превратил вот это, ну, вот они превратили, кто же... там возле пивбара было, кто это, сказать, пивбар вообще не принял. Ну, эта конечно. Ситуация, на самом деле, она же несколько развернулась там вот практически, да, ну, понятно, что резонанс был вызван большой, там Филатов возмутился, сказал, что он сделает там фрайкоры, ну, дело не в этом. До речи, бурлися швиденько все, Филатов, да, и Прыгунов, конечно, и все конечно, одразу швиденько есть, написали, и, что они не поддерживают, да, такой и ганьбой, буквально да. Там в очень короткое время Аваков отстранил от должности Репишко. И Аваков так обурился, что да, всех бедило. Выгнал. То есть, в принципе, такая... ну, можно назвать это некой операцией по зачистке, так сказать, силовых
как сказать, ну, заодно пострадал и начальник ФБР. То есть, в общем, просто было время, когда надо руководителей силовых структур поменять. Ну, по-видимому, это все-таки произошло заслуженно. Ну, знаєш, є в активістів така думка, що комусь треба було повернути старих керівників поліції. Да, бо пан Буховеря вже був біля цього керма. Ну, подивимось. Пошла конспирология, безусловно. Конспирология, люди, я лично от себя могу сказать, то есть я человек, не боящийся Фейсбука и фотографий этих вот, которые моментально появляются. Мне, как жителю Днепра, и как не просто как жителю Днепра, а как немножко... Да, хотелось бы, чтобы появились новейшие, чистейшие шерифы, чтобы при этом и профи были, вот ментовские, службистские такие. Скажи, вот, высокая зарплатня, да, гарантует профи, честный шериф? И одновременно, за которым бэкграунда прошлого не было. Ну, Джеймс Коми может быть. Высокая зарплатня гарантует честный шериф, а че не? Ну, нет, как бы я никак, а, я, ну, пока мне думаешь? Не удается ни одну мысль закончить. Но, в принципе, короче говоря, мне спокойнее на данный момент, на данном историческом этапе отрезки нашего города иметь главного винта в области Глуховерю, невзирая на обурение там Фейсбука и всей самой прогрессивной части. Я уже лучше побуду грязным в более спокойном городе. То есть мне, Гендин Евгениус, гораздо спокойнее на данный момент иметь Глуховерю. Что я еще хочу сказать? Мысль закончена? Ну, ладно, да, говори, говори. Не, все, давай. Давайте швиденько візьмемо дзвінок з приводу півбара і будемо закінчувати з цією темою. Слухаю вас. Добрий вечір. Добрий. В Америці погибло во время Великої Отечественной 3 тисячі чоловік. І в 10 городах Америки в этом году 9 мая пройшло празднування. У нас погибло украинцев миллионы, евреев миллионы. Ну как это? У нас что, память отшибла не пойти? Конечно, пошли. Виноваты отцовцы. Они преградили, как и в том году, путь людям. Люди обратились к полиции. Каким людям? Можно вас перебью? Полиция порядок навела. Они стали их оттеснять в сторону. Каким людям? Вам вопрос. Бабушкой с дедушкой помогли полиции. Вот так получилось. Можно это, уточнить, понимаете? Каким людям преградили путь? Преградили путь людям со знаменами, с политической символикой. А отнюдь не ветеранам. Почему если, вы все говорите... Если Минюст разрешил эту символику... А, то есть преградили путь Минюсту. Все, спасибо. Да. Ну и по, за результатом... Я единственное, в заключение могу сказать, во-первых, я две вещи. Можно я по этому ситуации скажу? Что я практически... Я в тот же день сказал, что я две вещи готов на них поспорить. Что произойдут изменения в Днепровской милиции. Я из себя не делаю пророка. Я просто... Я это написал. Это можно видеть на странице. Это правда. Это они произошли. И я... Даю процентов 86,4, что в следующем году 9 мая будет рабочим днем, что никаким образом не умалит значение всех наших великих побед. И очень хочется обратиться к людям, чтобы перестали причитать, не велись на вот эти разводы, на растаскивание, на манипуляции ветеранам, преградили путь, на манипуляции с любой стороны. Не хоронили наш город, не причитали, не кликушествовали, и самое главное, не манипулировали, не подгоняли вот эту историю, в которой все равно мы никогда до конца, не сгоримся, надо смотреть в сегодня, в завтра, не подгоняли под нынешнюю ситуацию. Ну, вот, я тільки заважу, що ти все-таки не в заключенні, слава Богу, а 4 молодих чоловіки, яких ми називаємо тетушками, все-таки зараз під вартою, і один п'ятий співпрацює зі слідством. Более того, я добавлю інсайт, вот, завтра ви узнаєте в этом. Ну, так случайно получилось. Все говорят, а вот что только тетушки, а что вот эта доблестная милиция, которая вместе с ними била людей. Завтра там, допустим, будет объявлено 3 спецпризначенца, но дела передадут прокуратуру. Вот, наверное, кто-то будет опять кричать «Беркут, Беркут, защити». Вот в их действиях есть признаки уголовного преступления. Они будут отстранены. Я не знаю, какого ранга, но, по крайней мере, будут разбираться в этом деле. И это дело не такое однозначное, безусловно. Но слушать о том, как не дали ветеранам пройти, ну, это манипуляция. Это, и я просто хочу еще добавить, что все-таки попытки, ну или не попытки, а в общем-то желание, ну, сказать, что та или иная политическая сила вот как бы виновата, ну там, ну вот Татьяна Рычкова сказала, что оппозиционный блок
не при делах, что это социалисты, про которых непонятно, кто же их финансирует. До речі, такий нюанс. Я була на виїзному засіданні Незалежної асоціації мовників, там збиралися мої колеги з різних регіонів України. Там Тернопіль, Івано-Франківськ, Київ, Запоріжжя і таке інше. І всі задають мені питання, що у Дніпрі такого сталося в 9-го? Ну, я їм розповідаю, що йшли соціалісти, йшли опоблок з кульками. А мені кажуть, ну що ж опоблок? Це ж не комуністи. Україна в цілому не сприймає опоблок так, як сприймають його в Дніпрі. Ну, потому что он у нас... Ну, потому что он же пытается изо всех сил вернуться в вилку. Что он, кстати, у него дебют же, он был допрошен в качестве свидетеля. Вот, кстати, ему скоро 45, и недаром говорят, что к 45 годам у мужчинки проявляются новые какие-то качества. Вот качество свидетеля – это новое качество для Вилкула. В 46 лет я уже даже не знаю, какое качество проявляется. И, конечно, поджоги, да, это нехорошо, но у меня есть версия вот их офисов, да, что офис поджигателей подожгли... поджигатели, вот какие-то у меня есть версия. Но я думаю, что как бы вопрос, что мы будем делать, и что здесь будет делать громада, что будет делать власть. Потому что как бы понятно, что Вилкул в любом случае сюда опоблок, он будет пытаться вернуться, но он сюда не вернется, как бы какие бы тщетные попытки, и как бы на нашей крови, какие бы спички не бросались, как бы не уставали наши хорошие люди. А кто-то по глупости становился полезным идиотом, как бы не использовали ситуацию и ошибки этой крайне несовершенной. Уж нам-то лучше знать этой городской нашей власти. Но тем не менее... И областной. Тем не менее, я думаю, что как бы опоблок и Александр Юрьевич будут бродить под городскими стенами, поднимать голову, тоскливо спрашивать, а время выйдет, а скиньте Борю. Вот. Время выйдет, оно уже вышло. Ну, тобто виходить, що так роздратовує опоблок тільки дніпрян. Врешті, ну, наже в Дніпрі все видаючися. Даже опоблок у нас теж... І тут лучше, чим в других городах. Круче, да. Ми рівно пів програми сьогодні присвятили темі 9 травня, але я вважаю, що це нормально. Ми могли б і цілу присвятити, але у нас є інші теми. Опоблок і в Дніпрі, і в Кривому Рогі зараз себе чувствують крайне стрьомно. Що ми все про опоблок? Євробачення. Про попи тепер будемо? Ну, на самом деле прошел, хотя Путин сказал, что киевские власти не очень готовы, значит, к организации таких праздников. На самом деле был очень красивый этот конкурс, такая крутая самодеятельность, то есть, ну, со спецэффектами, все, так сказать, по-взрослому. Я не очень так поклонник этих всех вещей, но португальцев вот Сальвадора собрал или собрал, как правильно, собрал, да, наверное? Собрал, я думаю, что если он португалец, да, то он собрал. Вот, я послушал, ну, это действительно очень какой-то такой трогательный, немножко не от мира сего парень, ну, у которого есть проблемы. Он дуже хворый, ему требует пересадка сердца. Да, ему должна, да, донорская пересадка сердца, но, тем не менее, он пел очень, ну, трогательно, пронзительно, и он сказал, что, ну, песня это же не фейерверки, да, и, в общем, он это доказал, то есть, и он, ну, победил безусловно. И уже второй раз подряд на Евровидении, побеждает песня, где есть музыка, где просто, что характерно. Второе место занял там болгарский русский человек, да. Болгарско-казахский русский мальчик. Да, но на самом деле героем, в общем-то, стал Дмитрий Сидюк, да? Виталий зовут. Виталий, ну, неважно, но тоже персонаж. Наш крайне, так сказать, Одиоз. Яркий, да, он всем запомнился одной из частей, двумя частями своего тела. Оказывается, что у него длительная история, он и там за Адель выходил Грэмми получать, и с Питером, с Брэдом Питтом там дрался. Ну, в общем, человек, который, по сути дела... Пытался темнуть Вилла Смита. Он, по сути дела, как бы ничего, по сути, из себя не представляет, тем не менее уже из себя представляет. Из себя. Ну, вот, смотри, ну вот такая вот... Жаль, что не из Днепра. Даже здесь получается, что больше внимания уделили этой заднице, вот это, вот, нежели вообще конкурсы, нежели... Но он с этой задницей гастролировать не будет. Но суть же, да. Смотрите, вот как бы ни нагнетали, война в стране, где война, террористическая, но война, давайте назвать вещи, то, что нагнетали, что хохлы никогда не проведут, а там война нет. В стране, где война,
Не записывайте меня в парохоботы, уже меня-то туда точно не знаю. Но в стране, где... А, записали. А я вычеркиваю. На этой неделе в стране, где война, страна получила без виз, и в стране прошло Евровидение на очень высоком уровне. И вот председатель этого союза Европейского вещания, организаторам Евровидения сказали, что, в принципе, такого были мелкие накладки, они были в разных странах. Ну, да их не бывает, такого не было. Это не мое шоу, не мой праздник, мне не нравится. Но я просмотрел шикарные ведущие. Стильные, современные, ну, не такое. Было, Миша, мне понравилось. Ну, я говорю, пиджачки заскроют эти, я говорю свое ужас. Мнение, свое видение. Это был, по мне, это было свежак, стильно и имело украинские корни, то есть вот это и не превратилось в шаровары или что-то. Это очень, не есть наше все, и без виз, и Евровидение, и это не затеняет той... задницы не той, вот, которую этот придурок показал, чья работа, а задницы, ну реально, извините за выражение, вот, товарищ директор, ну, канала. Что вы скажете? Но, тем не менее, это прокурату его треба за... Ну, до 5 лет ему там, между прочим. Да нет, уже сегодня прокуратура заявила о том, что если бы наказал... Або отпустить из мэра. Можно я закончу? Да, вот сегодня официально прокуратура сказала, генеральная прокуратура, что в его нет состава преступления, подпадающего под наказание. Если бы он наказал сопротивление, тогда просматривалось. Так это максимум штраф или какие-то... Опа, мая подпасты Педро, да. риски. Если бы он пукнул, это было бы сопротивление. Добре. Все, значит, про их без виз. Без виз, хорошо. Хорошо, да. Поки тут сиділа Олена, да, ви сперечалися. Я много про него говорил, раз и все. На самом деле, это такое достаточно сильное событие, да, и судя просто по реакции наших коллег, значит, А по километровым очередям в сервисные центры получения биометрических паспортов, типа украинцев нет денег. Вот. Значит, видно, что, по-видимому, задело россиян за живое, так сказать. Все-таки этот факт свершился. И слава богу, я надеюсь, что теперь движение будет по этому поводу. Даже, ну, по сути дела, это было поводом даже такой пространной пресс-конференции нашего президента Петра Алексеевича. Я вчера, ну, вот просто застыл и слушал то, что он говорил, то, что он отвечал. Я могу сказать, что у нас никогда не было такого президента, который бы так красиво и убедительно говорил. Нет, было и прощо, и было не прощо, но, в принципе, тут надо отдать ему должное. Добре, что ты не в тюрьмі стовп перетворився. Да. Слава Богу. Я скажу свое субъективное ощущение. Понятно, что у нас... Мне не сподобалась промова президента. Это же не эти категории, сподобалась, это же, не сподобалась. На самом деле, как бы, игра в две стороны. Журналисты, как журналисты и президент. Понятно, что это не Виктор Федорович, это оратор и такой умеющий блестяще уйти от ответа, прийти к ответу в редких случаях. На самом деле, есть же вообще проблема, инфоболта, простите, которые забили там информационную... Раз в год пресс-конференция, но это совершенно, как бы... Не, очень многие вопросы можно было бы снять, действительно, какими-то пресс-конференциями. И вот, казалось бы, пресс-конференция, такой шанс задать. Я для себя сделал вывод, что очень мало вопросов. Да, президент и его какие-то манипуляции, это дело там одно. С ну, там же есть пан Цигулко, який тому дозволяет, тому не дозволяет. Очень мало вопросов было к президенту, именно к президенту страны, вот как к президенту, потому что демонстрировались амбиции, шикарно были видны клановые какие-то интересы, вот журналистов, какие-то личники, обидки и так далее. То есть да, я футболка сына, Раша, банк. Марина Порошенко, ведущая на канале, это все имеет право, но вопрос же пропорции. Какую пропорцию эти вопросы составляют к вопросам, ну, стратегического плана, там, реформы, там, пенсионная, земельная, судебная, там, и так далее, экономическая стратегия, суды. Не там были питания до инших людей, мне переважно. Это напомнило, вот я закончу. До НАБУ, там, конечно, до инших, да. Это прокуратура. Как, ну, очень похожая модель, вот как с Филатовым, который должен ответить за все, да, абсолютно, але, что делается. Але, ты згоден с тем, якби він частіше... Безусловно, я же с этого и начал. Ну, сгоден, но мне пресс-конференция, да? напомнила Facebook. И я все-таки хочу сказать, что, да, вот футболка «Кто убил Павла», по мне это, вот мне было крайне неловко, и это фейспалм. Да, это резонансная штука, но резонансная штука и так далее, но это перетягивание. И, но даже мне было неловко, что неразборчивость вот ведущих, флагманов антикоррупционной журналистики рядом вместе абсолютно объединились с Медведчуковскими там средствами, да, цель типа оправдывать средства. Та же ситуация, которую мы наблюдаем здесь, в нашем городе. Та ситуация, когда была с Гонгадзе, такая подобная, да, в свой час.
которые вы использовали. Также не утримали, либо они манипуляторы, либо дают себя использовать. Та же ситуация, модель, которую мы видим в нашем городе, когда вот люди, делающие себе имя на антикоррупционных, не без манипуляции, активисты. Я не хочу всех одним словом активисты, но когда они, условно говоря, объединяются, ну, не брезгуют абсолютно, объединяться, ну, лишь бы против, условно говоря, мэра, лишь бы против, то есть когда совершенно вот неразборчивость. Это такая жизнь, она так устроена. Я бы не писал, конечно, кто убил, я бы и не писал бы, может быть, кто убил журналистику, но журналистика, я считаю, не в обиду, она ранена, она не убита, но она очень сильно ранена, ранена клановостью, ранена... Ми повертаємося до того, що ти сказав, якби президент частіше відповідав на запитання, частіше давав змогу з собою спілкуватися, можливо, не треба було все тоже валити в одну кучу. Тож я про Філатова можу сказати, я вважаю, що недостатньо там... Коли тому ж Міші Ткачу, нашому вихідцю з Дніпра, да, чудовому, прекрасному журналісту розслідку, коли йому задати це запитання? Немає доступу. Да. Він використав цю... Ні, коли він сказав, ну ви заходите ко мені, і ви заходите ко мені. Ну, в принципі, всі ж нормальні люди розуміють, що це просто говориться красиво на камери. От я приїду з командировки, коли у мене там командировка, і ви ко мені заходите. Гарик, я пропоную дати Жені і тобі зараз 5 хвилин на откуп. Я мовчу, взагалі нічого не кажу. І про місто. Про те, що буде відбуватися в місті скоро. В місті? Да, розповідати. Я би розказав про фестиваль блогерів, якщо у мене буде опять-таки 2-3 минути. Молчу. Я тоді хочу сказати просто, що от мені сьогодні позвонив. Буде ж ще джазовий фестиваль, але він буде несколько позже. А мені сьогодні позвонив Владимир Марховський, це наш видаючийся подвижник, так сказати. І от вони повернулися із фестиваля «Джаз на морі». Не на Дніпрі, поки на морі. Это Little Band, да. Вот, в Скадовске был фестиваль, и они заняли первое место, и приз зрительских симпатий, и все вот эти призы они привезли в Днепр. А то еще раз доказывает, что нам есть чем гордиться, нам есть что продемонстрировать. И не просто так джаз на Дніпрі, в Дніпрі. Да, конечно. Но а фестиваль блогеров это вообще... Ну, о фестивале там, блогеров я расскажу в следующий раз. Нет, вот, нет, давай. Мне нужно несколько больше времени, потому что он уже вызывает очень большой резонанс. Есть ряд вопросов, и позитивный, что здесь мне очень радует. Здесь 2 минуты целых. Мне надо 3... Хорошо. Нет. Ну, если ты продолжишь то, что не скажешь сегодня, скажешь в следующий раз. Хорошо, я скажу о том, что фестиваль блогеров состоится впервые в нашем городе. Это уникальный фестиваль. В Украине такого не было. Съедутся туда 50, порядка 50-60 ведущих блогеров страны. Суть фестиваля, и главное, это встречи с людьми. Встреча будет 6 или 7 панелей. Политика, и культура. Ход свободный. Общество, там, разговоры за жизнь и так далее. Но обо всем об этом, да, это не... Есть 2 позиции, по которым этот фестиваль пытаются атаковать. Нас настолько тупо и беспомощно. Я о них скажу в следующий раз, я их только анонсирую. Первая позиция – это Филатов готовит слет угодных блогеров. Мы знали, что будет размещаться, что абсолютно опровергается списком блогеров. Вторая позиция, куда идут наши бюджетные деньги. Они идут к нам, они идут в наш город. Угодные блогеры, это как святый угодник звучит. Об этом на все эти вопросы, что, слава богу, есть еще имя, что, когда, где, во сколько, кто будет, как это будет проходить, кто платит, почему платит, обо всем этом я... За 3,5 минуты на следующей программе без перебивания там с удовольствием расскажу. Мы тебя не перебивали. Не. Я просто действительно хочу же. Это знаковое событие для города, и мне не хочется просто скомканно. Ну, якийсь такий приблизный лайнап уже есть. А про селфи можно я скажу? Про селфи можно. Самое то важное в жизни это селфи. Вот вы обычно какую щеку подставляете себе близко? Ну, если... Левую или правую? Ближайшую. Так вот. Друзья и уважаемые телезрители, все это ерунда, политика, там, 9 мая и так далее, селфи, вот, что важно. Значит, лучше австралийские ученые определили секрет идеального селфи. Это то, что, кстати, самое главное в этой жизни. Специалист по когнитивной психологии и нейробиологии Анука Линдл из Мельбурна, она проработала этот вопрос. Селфи надо делать с левой стороны, ученые. Там была обработана куча селфи, куча вариантов с левой стороны, и будет вам счастье. Да, то есть, как минимум, удачное селфи. Было проанализировано несколько тысяч селфи, 60% селфи делается слева. И доказано, что... ракурс вот такой вот, слева. Ну, покажи, как получится. Друзья, я пока поясняю, я вам расскажу. Ракурс слева, он делает лицо более худым,
доказано, более эмоционально выразительным и даже чуть более молодым. А правая щека в этом плане курит. И недаром в нашей программе, когда с самого начала мы распределялись, кто где будет сидеть в прошлом году с Калиной, я недаром выбирал, чтобы камера меня брала слева. Гарик. У меня и так лицо худое, молодое там и выразительное. Поэтому, у тебя левая часть гораздо моложе. Друзья, есть жизнь. Я-то вижу правду. Есть жизнь. Помимо вот этой грызни, помимо каких-то вот помех справа и слева, есть жизнь, помимо политики, помимо всего. Фотографируйте себя, фотографируйте жизнь вокруг, фотографируйте своим мозгом. Я, может, кто-то меня перебьет? Да не, говори, говори. Вот сейчас я как раз хотел... Сейчас как раз я хотел бы, чтобы меня перебили. Нет, уже, парень, я, в принципе, ты исчерпал. Не, на самом деле, я могу продолжать и продолжать. Да можешь, мы знаем, а мы послушаем. Мы дожили до понедельника. Помню, случай был. А вот помню случай. А, все, видите, перебиваю. А глядачі вже пережили цю експериментальну програму. У мене є селфі з Гаріком окремо, окремо з тобою. Вони з різних боків, і я подивлюся, який краще. А вот еще интересна еротична історія була. До свидання. До свидання. Всього доброго. Доживемо до понеділька. Інсайдерська інформація говорить, що ці руки нічого не крали.